Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Полгода назад попала в психиатрическую больницу на дневной стационар. Причина суицидальной мысли и тревожное расстройство. Сейчас состояние спокойнее, на мне не хочется ничего и ни на что нет сил. Вернее, хочется многого. Заниматься танцами, попробовать учить иностранный язык, расхламлять квартиру, общаться с людьми, развивать рукодельные хобби. Но это все абстрактно, я делаю все очень медленно, ни на что нет сил, заставляю себя выйти на улицу, поесть, и в основном лежу с пустым взглядом в потолок. Купила я абонемент в спортзал, но не хожу. Сил быть нет красивой, деятельной и щедрой. Ощущением полного одиночества. Не подскажете ли вы, с чего начать, чтобы это переиграть, чтобы мне было откуда брать силы? Ну, у вас довольно-таки здесь разносторонняя ситуация, вот, то есть, во-первых, как бы, судя по всему, достаточно сильное психическое состояние, вот, основание для которого сейчас, на данный момент, не совсем ясны, то есть не совсем ясно у вас это следствие психологического, какого-то воздействия или взаимодействия с, к примеру, другими людьми, травмирующими факторами, вот, или опытом. Или у вас это вследствие изменения химии тела. То есть, ну, какие-то процессы, которые вызывают подобные мысли. Потому что, например, суицидальные мысли — это история про бегство, это история про ненависть, допустим, к себе, да, непринятие себя. Вот, история про агрессию, которую вы можете, ну, сдерживать в себе, запрещая себе выражать ее тем, кто вызывает у вас ее, например. То есть это само по себе такая вот неравнозначная история. Неоднозначная история. Что касается тревожного состояния, тревожного расстройства, то здесь, в принципе, в какой-то степени есть снежные моменты. То есть тревога — это также агрессия, вот, только уже, ну, перенесённая, грубо говоря, на внешний мир. Вот. И вместе с тем это в определенной степени, ну, такое вот недоверие себе в определенной степени. Вот. Поэтому как минимум нужно исследовать этот аспект. Вот. Как минимум нужно смотреть, что именно и конкретно вас тревожит и беспокоит, вот, потому как сейчас, ну, не совсем понятно, о чем идет речь, да? Ну, на данный момент, я бы сказал, не совсем понятно. Вы говорите, что чувствуете себя спокойнее, вот. Это хорошо, но при этом у вас сейчас нет ни на что сил. Вот. Значит, силы уходят куда? На что-то уходят силы. Вот. Силы уходят к примеру, ну, допустим, там, на некоторую силу уходят на борьбу, например, на борьбу
собой. Допустим, с его уходом на требования от себя чего-то, вот, силу уходят, допустим, на обичевание себя, то есть, ну, на ругание себя, да, вот, силу уходят на переживания по поводу того, что вы, допустим, не соответствуете своим собственным ожиданиям. Вот, силы уходят там, на, скажем так, постфактум конфликт с людьми, которые вам причинили боль, и силы уходят на, значит, борьбу с, ну, с переживаниями, некоторыми переживаниями, которые вы, ну, допустим, не прожили, да, то есть, некоторые переживания, которые вы, скажем так, не, ну, не полностью прожили, которые все еще болят у вас, например. Вот. А силы могут уходить, так вот, если говорить как-то вот обобщенно, то силы могут уходить на дожествование, я бы сказал. Вот. То есть, когда человек, да, вот он там что-то от себя требует, например. Вот. А человек требует от себя чего-то, не особо интересуясь, может он это или нет. Вот. Человек требует от себя идеального результата, не особо интересуясь при этом, может ли он добиться этого результата реально или нет. Вот. И, соответственно, ваше состояние, вот, когда у вас ни на что нет сил, и вы вот, ну, просто лежите, да, и там потолок смотрите и прочее, может быть результатом этого. А ваше желание, с одной стороны, могут отпугивать, как и сказал мой коллега, тем, что может иметь место быть, ну, поражение, с одной стороны. То есть может не получиться что-то, с одной стороны. А с другой стороны, ваши желания могут опугивать тем, что вы, ну, как бы, вот, например, чувствуете, что полноценно реализовать свои желания, именно полноценно, ну, ну, может быть, вот так, как вам это видится, не получится. И вы от этого тоже можете страдать, вот, вы от этого тоже можете переживать, вы от этого тоже можете испытывать вот какой-то негатив, да? Вот. Поэтому тут
история, она вот, в принципе, ну, про это вполне. Также у ваших желаний может не быть того, что принято называть личностным смыслом. Что такое личностный смысл? Да? Это значение для меня того, что я хочу. То есть это такое вот, ну, понимание, ощущение, условно говоря, это понимание и ощущение того, допустим, что я буду делать. Вот, например, вы говорите, я хочу там английский язык изучать, да, я хочу изучить английский язык и расхламлять квартиру, хотите. Хорошо. Но для чего вам это? Изучать английский язык вам зачем? Чтобы что? Да? Вот. Это ведь не творческий процесс. Это процесс, ну, вообще-то, такой, не самый, вероятно, ну, не самый, скажем так, приятный процесс. Вот. И на мой скромный взгляд, идея здесь в том, может быть, вот, чтобы вам для себя несколько вот как-то лучше понимать зачем я это хочу делать, для чего я это хочу делать, что для меня это значит. Вот. Сейчас вы себе на этот вопрос ответить, судя по всему, не можете. И, соответственно, возникают проблемы с мотивацией. Вот. Собственно, абстрактность желаний хороша для того, чтобы понять вообще-то, в каком вот конкретном, да, направлении вы хотели бы двигаться. Но нужны более конкретные цели, нужна конкретная достаточная реакция на то, что вы делаете. То есть человек, он существо не глупое, как бы, и делать вот того, что ему вот не очень как-то хочется, да, например, делать того, что ему не очень, грубо говоря, по душе, он, естественно, не захочет, вот. Потому что, ну, извините, силы человека не безграничны, вот. Поэтому здесь все, на мой взгляд, довольно понятно, с такой вот обзорной точки зрения, но вам нужна помощь, чтобы со всем этим разобраться и привести себя в порядок. Вот. Особенно если у вас имело место быть такая вот неприятная история, да, как суицидальные мысли, там, расстройства, тревожные и так далее. Вот. Потому что все это, конечно, из колеи выбивало. Я бы даже сказал, что, например, если суицидальные мысли можно назвать травмой, да, например, ну или следствием травмы, то попадание в больницу, психиатричку, тоже можно характеризовать как своего рода травму. Я не знаю, как вот там
как лично для вас, как лично вы воспринимаете данный аспект, но очень много людей воспринимают это именно как травмирующий момент, вот. И, соответственно, прилагаю довольно много сил, чтобы доказать себе и другим, что они нормальные, да, что с ними там все хорошо и так далее. Вот. При этом, ну, к сожалению, далеко не всегда возникает такая история, к сожалению. Когда человек это делает, ну, действительно, вот, потому что хочет это делать. Вот. К сожалению, не всегда возникает такой момент. Вот. Поэтому я бы, конечно, вам бы рекомендовал бы в этой ситуации, вот, в первую очередь, наверное, поисследовать все-таки, мои ли это желания или нет, да, потому что вот, судя по тому, что вы просто вот лежите, смотрите в потолок, вы как бы, ну, вот, себя, да, вероятно, ну, бичуете как раз за то, что не достигаете чего-то, не добиваетесь чего-то, не идете к чему-то. Вот. А по большому счету вы не должны. Неплохим вопросом было бы здесь следующее. Например, когда я лежу, значит, ну вот лежу, я смотрю вот в условный потолок, да, например, чего я хочу, ну, в этот вот момент, вот. Что меня там интересует, привлекает, чего я хочу, вот, и честно постараться себе на этот вопрос ответить. Именно честно. Вот, даже если там ответ вам будет неприятен, неудобен и так далее. Потому что сильнейшую реакцию сопротивления вызывает именно оспаривание, скажем так, образа себя. То есть, когда человек своими действиями оспаривает образ себя, то есть, вот, образ себя разрушается. Вот. Вот в таких ситуациях, в такой, можно сказать, парадигме, да, человеку вообще очень сложно находиться, потому что, ну, вот он видит, что он на самом деле немножко не такой, каким он себя представлял, да, и, соответственно, начинает себя там корить, вот, начинает себя ругать, бичевать и так далее.
Ну, естественно, что хорошего из этого ничего не получается. Вот. Поэтому да, у вас внутренний конфликт, и я думаю, что вам нужно обязательно посмотреть на этот конфликт со стороны, вот, с помощью психолога. Поэтому обращайтесь к психологу, это не означает, что вы больны, например, это не означает ни в коем случае, что с вами что-то не так, это означает лишь только, что вам нужна помощь и что вы эту помощь пытаетесь получить. В принципе, все. Но решать, конечно, вам эту историю, эту ситуацию. Потому что выход из своей жизни. Вот. Самостоятельно вам, ну, из этой ситуации, наверное, выйти будет довольно сложно и обратно, как по времени, так и по прочим ресурсам. Хорошим вариантом могла бы быть история, где вы получаете какие-то новые впечатления, какие-то новые эмоции. Вот. Ну, например, вы получаете там какие-то впечатления, связанные с общением с людьми, допустим. Вы получаете неожиданное, вот именно что неожиданное впечатление от общения с другими людьми, например, да, вот, и так далее. Вот в этом случае ситуация могла бы пойти на улучшение для вас. В этом случае ситуация могла бы начать улучшаться. Но вопрос в том, есть у вас возможность, судя по описанию, вот вы можете позволить себе лежать и, собственно, ничего не делать. Вот. А вопрос заработка для вас, судя по описанию, не стоит. Это не обвинение ни в коем случае. Вот, это просто вот констатация факта. И, соответственно, мотивации что-то делать у вас, ну, очевидно, нет. Вот. А многие говорят, что чтобы появились силы, нужна мотивация. Вот. Мне кажется, это такая позиция, знаете, она несколько игнорирует, скажем так, человеческую природу, она несколько игнорирует этот подход, несколько игнорирует человеческие желания, человеческую природу, в принципе. Вот, поэтому я не являюсь ее сторонником. Вот. Мне кажется, что нужно обязательно вначале рассматривать то, что вас, к примеру, беспокоит. Вот, нужно обязательно рассматривать то, что вас волнует. Вот, нужно обязательно исследовать ваш конфликт и противоречия, которые у вас есть сейчас, на данный момент. Вот. И, соответственно, уже дальше, исходя из этого, двигаться. Вот. В противном случае просто мы имеем ну, все шансы еще больше ситуацию усугубить для вас.
Вот такой мой ответ. Надеюсь, вам это было полезно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь за помощью.